Мы приветствуем уважаемых преподавателей, администрацию университета, гостей и, конечно же, наших выпускников. На торжественном вручении дипломов Московского информационно-технологического университета Московского архитектурно-строительного института. Настал тот долгожданный момент, когда вы сможете принять свой адрес поздравления в связи с получением дипломов о высшем образовании. Очень рад вас видеть сегодня, таких нарядных, красивых и наконец-то прошедших этот тяжелый путь обучения в Московском архитектурно-строительном институте, Московском информационно-технологическом университете. Конечно, это был непростой путь, но вы сделали это. И хотелось вам пожелать в этот торжественный день постоянного личностного роста, свершений, побед и смелости. Главное – смелости. В ваших креативных идеях, в ваших задумках, в ваших планах, чтобы ваша мечта продолжала вас вести дальше и чтобы по жизни вам сопутствовал успех. Здоровья вам в первую очередь, счастья, радости, гармонии, свершений и побед. И диплом магистра вручается Третьяковой Екатерине Викторовне. Профессия интересная, сложная. Ну что, в добрый путь. Стали дипломированными специалистами. Но не думайте, что теперь вы можете расслабиться и починать на лаврах. Вот не угадали. Можно сказать, вы только встали на тот самый путь профессионального взросления. И, собственно говоря, я желаю вам дальнейшего развития, но не остановки, да, а именно постоянного развития, совершенствования себя. Да, в профессиональной сфере. То здоровья, ребят, и чтобы все у вас получалось так, как вам хотелось.